что ж, выдвигаемся. По машинам. Будем держать связь по радио. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Железные бомбы появляются из бункеров у основания колонн неба перед нами. Уничтожьте бомбы, и враг будет вынужден отступить. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Строения питаются от четырех генераторов. Если уничтожить их, ракетная атака будет остановлена. Это заклинание еще не готово. Вы приближаетесь к башне Фрей. В ней содержится сила, способная за ночь превращать бесплодные пустоши в густые цунды. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. We'll be right back.
заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Уже поблизости ремонтная станция. Если вы заедете на платформу, ваша боевая машина будет отремонтирована. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ты что, уже собираешь или че, вроде я тусуешься? Не, чищу трэш. Давай, пойди. А че на пристанове? А, на том есть я, чем? Смысл? А он надет нормально? Ну, он 6,4. Угу. Ну, то есть тот бисовый, этому... Четыре шмотки, по-моему, не хватает. Короче, надо привезти все машины вручную сюда, к этому, к утюгу. Вот я один разрушитель привел, пока почистил трэш. Зачем? Поломать. Так, как алта работает, интересно. А, нет. Чтобы портал включился, надо сдохнуть, походу. Ладно.
Но все равно надо машину вести, наверное. Хочу без метей попробовать. На лгу придем этот сразу до йога. Ну да. Ну там орбитафия и хламоботы такие сложные. Надо будет какие-то классы магии там все это заходить или ну там какие-то контролирующие. Как жизнь? Будь здоров. Чё такое будешь? Да ты вот с Седором не играешь. Скиллов. Да я чё-то... Седор, я не знаю, что он не играет. Я как могу, так захожу. В основном до пятницы, субботы. Плюс брат дома работает, так он занимает два компа. Один комп для вычисления, а второй тупо поиграть. Видосики посмотреть учебные. Мои уже друзья этот купальный сезон открыли. Ага. Это где? Вчера в 5 часов снятка вроде бы, когда снятка. В 5 часов купаться ездили. Какой вчера? Сегодня? Он домой пришел минут 30 назад. Где-где? В Минске лед еще лежит.
Не, не слышно. Кто-то что-то говорит? Это Серега говорил, наверное. А сейчас, прием, прием. Да. Да я спрашивал, чиниться можно или нельзя? Да чинись. Там разрушитель, который Колчедан тратил там на моба, он чинится. Из поломок это в изи моде, наверное. Че, только 2 целка было за выходные? 3. 3. 3. И все в пятницу, я так понимаю. Да. Жестко. Какой придурок, блин. Ткань пустоты засунул в венты, блядь. Ну, там же пишет, может, блин. Да у меня, блин, мод стоит, я не знаю, как тут смотреть. Получается, осталось 2 осадки и 4 разрушителя, что ли. Все, сейчас я последнюю осадку отвезу. Там вози, пока я начну собирать. В смысле, тут еще... Вот я взял осадку, еще одна остается. Ну да. И разрушитель, минимум один. А ты что, разрушители возил, что ли? Нет, я говорю минимум один. Нет, там 4. Ну я один только отвез, должно быть 5. Нет, всего 4. Или 5. Каждой этой техники по 4. По 5? Ну, 5 на 2, 10. 2 комплекта по 10, это 20. И 5 чопперов. По одному. 25 человек. Я просто чопперов 5 увез, значит этих по 5. Я сейчас по другому принципу вспомнил, что 5 дебафов на этом должно висеть. Отмазался, короче. Слушай, Сергей, у тебя прист есть? Не в смысле прист? Ну ладно, другой вопрос. Какой шмот за лед покупается на PvP спек? С духом, что ли? Ну, с духом ты этот на ДЦ берешь. А то я что-то не могу понять. Радмаг пишет, типа, ну давно писал, что типа вот, который я шмот купил, он не подходит. Вот такого вот этой сборки. Выносливый синтеллект на приставку. Ну, все нормально. Осталось только зачарить и камни вставить. Ну я не знаю, чего Драгму слушать, он в PvP полный ноль. Да его в этом... блять, как называется эта херня? Где PvP? Хиджали? Хиджали, да. Там встретил, там же общий чат. Он же на Альянс ушел. Ну а Кишилой, да? Вроде бы Хантом. Я его видел. Хан Драгма. Нет, там, короче, когда хилом играешь, когда рез важен, можно, короче, вот первый бонус, видишь, у них 100 рез. Типа, два комплекта дают 100 рез устойчивость. Вот тогда, да, в PvP, ДЦ можно этот, дополнительный вот этот вот, комплект 2, 2 от одного и 3 от другого. А, так да. Даже. Но вообще ты это набираешь. Да этот шмот купил, блин, год назад. Все не могу его зачарить и камни вставить. Тем более тут арена практически мертва, так что ты будешь скорее всего ходить на БГ. А... Да мне БГ, я арена не так не люблю сильно. Но арены тут нету практически. Да мне арена не надо. На БГ тебе крит важен. На арене тебе крит не важен. Потому что там, допустим, у врага тоже там 1000 реза, 1200 там и так далее. А рез режет этот крит. Да потом как-нибудь сейчас этот шмот зачарю, потому что что-то хреновато после вчерашнего.
Блин, ну реально 4 разрушителя. Эйден плохо играет, да? По-моему, да. Свиток смены фракции. 100к голды. Ну его я за 50 копил. Смены раз. 90, блять, недавно видел за 50. Ну в личном кабинете он стоит, по-моему, 500 бомбов, да, где-то так бонусов, короче, плюс скидки всякие разные бывают. Соответственно, он еще стоит еще меньше. То есть в голде, если эквиваленте за 10. За 1000 голды 10 рублей, то вот считаем, он должен стоить в районе 50, даже меньше. Косари. Люди продают. Пускай продают. Чего, вот не берешь человека? Какого? Тофа. Я что-то не знаю. Где был? Что там, блядь? Где был, все шаришь? Не. В льду надо 25 очилы топ-люди, блин. В льду, надо. Что там, ГС 7К, ДПС 100К, блядь. Симка, это только если паладин и ДК, я таких знаю. Стоп, ты кер так оденешь. Че, не эпохального сделали? Я вышел, кто сделал? Рейдеры во главе с комоды. Ну это же десятка. А, че, у меня комбат повис? Не знаю. Каноб сделал эпохалку? Комбат повис, говоришь? Не знаю почему. Мне тоже. Проверяйте почему. Кто-то в инсте там, да? Ну-ка давай глянем. Алпич, Алпич, как дела у тебя, блядь? Даже не в РК пока что. Сейчас Ларе перенесу. Алпич, как дела? Почему моб? Почему запускаем бой в инсте? Зачем ты это делаешь? Мне очень интересно. Алло. Вот где ты запустил мобов? Вот бери разрушитель теперь и бей. Еба! Чё там? Ты чё, Алпич, гонишь? Ты... У него же у тачки... 500к, и он вообще не по правой стороне поехал, а по левой. Да я дворфагеддон хотел сделать. Какой дворфагеддон? Он делается в два окна соло. И делается он мотоциклом. Капец, ты гонишь? Да ща поломаем и эти, которые загадал, не боюсь, я видел какие они. Ты понимаешь, что мы орбитафию хотели на или бессмертие сделать? А сейчас тачка, если забагается или сдохнет, то хрен че сделать. Да.
этот, кто там? Animal тут? Да, тут. Приступ, видишь, до жопы. Сова какая-то есть у тебя? Да, давай на слово иду. Не знаю, это кто. Я не знаю, кто это. Shadow Morn. Так, нужен airdrop. Надо перенести всех, короче. Этот, кто он? Столб, ты тут? Алло, прием. Так, Столб, этот airdrop есть у тебя, airdrop сова? Ну, я хотел бы палом пойти, потому что мне тринька нужна. На хила. Тринька у нас Мимирона падает. На Мимирона зайдешь на пала. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Будем честны, на Мимирона я в любом случае на пал не зайду. Почему? Ну, потому что там, блин, только Эрдру, Холи Приз там, ДЦ там тащит. Сейчас, подожди, Войд. Давай это, вон, Ротумберг, бери этим Бладом, а я пойду про Тамбал. Да. Нет, солнышко. Да, бычон. Я зайду вместо тебя, Эрдру, если что, похилю. Хорошо. Что? Это самое. Так, что тут еще? Трися бегут. Еще разок. Кнопка. Молодец. Молодец. Да. Замени меня, я не пойду. Хорошо. Трися тут? Что ты хочешь? Так, давай подумаем. Престов просто много, я вот не знаю, кто у тебя еще есть там. Так, смотри, у нас кого нет. Совой. Давай, совой. Посмотрим, еще кто-то магом, лок он должен зайти. Там маг плюсанул в гильдии. А нахуй эти маги надо вообще? Ты хоть видел, что это маг? Хламоботов будем делать. А, хламоботов, ну тогда. Че, зайдешь, да, на мага? На мага идти или на сову? Ну давай на мага, на хламоботов. Надо... Я тоже могу на хламоботов зайти там на кого-то. На мага, на ханта. Да, да, позамедлять. Там, надо будет позамедлять, а потом сойдете там совой, может зайдет. На хламоботов, короче, зайду, помогу на хламоботов. Вы сейчас арбу будете делать или нет? Да, да. Арбитафи. Вот я на арбитафи не успею. Вот на хламоботов подойду. Сейчас схожу до Сбербанка. Смотрим, подойду, короче, врусь, помогу. Если что, останется слот, сойдешь. Да, сейчас отойду, короче, приду. Плюсуну. Советом как раз поподбиваю, как в прошлый раз. Да. Четенько, быстренько. Че, нет места уже, что ли? А ты кто? Да вот, писал про ретрику, зайду. Так, ну плюсуй. Да. Куда? В гильдию. Это вар. А чё за вар мне писуется? Мэрбро. Мэрбро какой-то. Ретри, вот это ты, да? Да. А чё ты не в гильдии, паладином? Чё, тебя взять в гильдию?
Как ты говоришь, Никвара твоего? Да он. Че, взять в гильдию? Давай. Заметка эпичная сейчас будет. Пиши, да, там у всех персов такое. Сука. Да он рпал. Название придумай еще отдельно там. Так, так и класс еще так хорошо подходит. Что? У Квару тоже нормально. Так, насчет ты, Джон, сказал, блин. Нужен протопал. Экстримка, ты врка? Калк, что я? Ты протопал? О, а какой второй спек у тебя, Редрик? Все, ты протопал, значит, наш. Красава, блядь. Наконец-то. Когда он еще вместо Ретрика Холика сделает, вот тогда вообще будет правильно, чувак. Да ну, играя паладином, не имея ретроспека, это надо долбоебом быть, по мне так. Ну, блядь, не квесты поделать, ни нихуя. Зачем тебе ретроспект? Зачем холи и протоспек? Чтоб попадать в РС-ку по КД. Блять, я и ретриком тогда по КД попадаю. Я не знаю, как у паладинов, но я, например, вара качал. Вара в танке качать вообще одно удовольствие. Вара я тоже в танке качал, это просто охуенно. Просто ему не надо садиться и пить ману постоянно. Просто вара, короче, в армсе или в фурике качать, надо постоянно садиться и хп пить. А в танке, короче, загребаешь пак, убил всех, пошел, сдал квест. Чем больше, тем лучше, ярости хоть больше, блин. Да-да-да. Да не, просто надо чарку сделать, рыцарь. Она и прокает Анастасию, и регенит хп. Там без разницы, Каспик. Я с ними бегал в проте. По-моему, с тоже этой чаркой. Тоже в проте качал, да. Меч вешал, по-моему, сюда. Там уже это, дошли до босса в инсте? Да, мы в боссе. Но мне осталось прикатить два разрушителя. Чё, один их катает? Да. Ты катаешь? Так там можно упасть просто, и все, нет, они все туда протанут. Я попробую без смертей сделать. Против хардмод, нет? Бессмертие в любом случае засчитается, заговорит просто этого утюга. Войт, ты будешь распределять, кто где сидит и что делает? Да, сейчас доберу. Магия на секунду пойдет разрушить по правой стороне только. То его Альпич подбил и не отремонтировал. По правой, погнали, за мной. Слышь, что, ремонтировать его или не надо? Надо, отремонтируем. Че там хп уже, 200 тысяч. Ты гер режим запустили? Да. Ноль битафи. Хорошо. Давненько не было. Ну, блин, в прошлый раз мы на ней сидели, что-то час, по-моему. Калк протопал, конечно, хуёво. Чего хуёво? Я думал, он хэпал будет. Так ты хэпал, может быть, или чё? С кем-то другим хотел? Зачем тебе хэпал? Где он Аршамов сколько? Да, Аршамов нормально. Не хочу Виндрейнджера брать. Эйдена я не знаю. Так, Эйден, ты в РК? Эйден. Че, Виндрейнджер сейчас с нами по халку сделал 10 гир. Ну хуй знаем, брать его или нет. Эйден, ты... У вас зачем быть хорошее вроде упало, нет? Да я. Я какая-то ДС. Ты был на Авгалоне? Ну ты понял, да, что там в дырке надо заходить, все знаешь. Надеюсь, не затупишь. Нормально объяснил. Монтируй тот. Первый раз.
Еще получается два слота, давайте кто-то. Два слота надо, чтобы кто-то зашел. Айда в парк загони. Почему два, если один? Все вижу. Это мои два перса просто. Нужен демон. Так, если демона не будет, надо будет, наверное, кому-то заходить. Есть кто-то в рейде сейчас, у кого дворфов 0 пожарено? У меня не все. У меня штук 8, по-моему. А есть у кого 0? Вот на это сейчас еще. Я посмотрю на маги. У меня один. Роджер 0, красава, будем по Роджеру смотреть. Где ты собрался делать бессмертей плюс орбитафию? Это безнадежно. Ну не прокнет, так со второго раза орбитафию сделаем, какие проблемы. Клаптрап Джаспанк. Так, Джаспанк что-то расслабляется там. Так, сейчас здесь панкрот зайдет, наверное. Так, и один слот остается, это демон. Хант, конечно, тоже хорошо будет. Ром, можете кузнец? А, ладно, я сам посмотрю. Кстати, квест на кого? На Острокрылую, на Шарните? На Симон? Если что, у нас этот Пеппер еще зайдет. Он сказал после орбитафи, но это получается через полчаса может зайдет. Так, ну в таком случае сейчас Джаспанка ждем. А Лока нет у нас, блядь. Так, ну Пеппер точно не Локом зайдет. Че этот самый, Серега, зайдешь на Лока? Mm-hmm. А чего так? Вот, заходи по ленам, я пойду лок надвижу. Ты угораешь. Зачем нам столько вообще хилу? Мы будем слезы делать. Ну только на слезы можно перезайти кому угодно там, куда угодно. Ты собирай так под босса конкретного, ну то есть под одного, там потом кто-то перезайдет. Да и так будет перезаходить на хламоботов и на слезы, и потом дальше на кого хотите, блядь. Всем будут перезаходить по 200 раз. Кто-то портанитесь и подлетите к камню, локасу на ноте прилететь буду долго.
Чем могу помочь? Так, а я выйду с инста паладина, пока может еще пригодится. Пришел. Сон пришел. Сейчас гляну. Да. Все, сейчас я залечу в инст. А там все в инсте или не все? Посмотрите. Не все еще. Сейчас я прилечу, шкаф поставлю. Желательно какой-то чоппер навстречу подъедьте там на скорости. Везите меня. Возьмите чоппер. Так, подъезд же есть. Ну, паладина пока окна снаружи. Тут два окна, чтобы не грузился. А, продавал-то нет, точно. Да, да, там подъехать надо. Интересно, а в ту сторону он работает, в порту, где я начал жить-то? Будем иметь в виду, короче, слот той первой. Так, ну давайте, сейчас я подъеду, поставим шкаф с умонем. Садись. Все. Давай, вези. Носок, садись. Стримка и резефилокс. Что все тут? Я сел уже сюда таскать.
У вас в осадках должно быть по двое. Один сбивает каст, другой прожимает щит. Проклятие повесь обязательно. Не сбивайте колчаны, они пропадут. Весь проклятие. Нет. Уезжай, уезжай. Опс. Нету одного стака. Хмели рано тянешь, только когда 25 нет энергии. На 50 надо тащить. Зачем ты ускорил? Сбивай колчедан. Зря ускорил.
Ты же замедляйте. Надо Аверона и Ретри поменять, а то они вообще не доможут. Да. Они могут свой линкануть, у них там, может, другие цифры. То пусть. Вот Элоран заморозился. Так если человек замораживается, почему он вообще в машине сидит? Типа вопрос. Ну, случайно, наверное, заморозился. Ничего не стакал. Ты что хочешь, чтобы я постакал? А что, люди не хотят научиться чего? Там запустили. Что сейчас будет? Кто с Элораном тягал эту хрень? Я сейчас постакаю вместо него. Я, короче, у него стакал, он водил. Давай мы сейчас наоборот поменяемся. Я повожу, он постакает. Я умею и то, и то. Не тяните колчат. А где Варан? Ну, Варан, а ты в какой сейчас сидишь? За тебя. Да. Какой? Ну, видишь, наверное, стоит. Во-первых, кто у тебя там сидит? Все, Варан у меня сидит, он постакает. Смотри, короче, видишь, 50, тащи новый. Он дает 50 этих. Энергии. На 70 то переводняк. Но на 30 это уже плохо. Ретри забагался. Он забагался в осадке. Он добавился, сейчас делаю прилог. Попернулся, вылези. Сейчас, секунду. Не стреляйте туда, он уже там стоит. Орбитального подавления включено. Сбивайте эти колчи данные пока, да. И поставь мастеру лут. Подеть ближе, попросу. Не достает.
Поиска цели проведена. Слово «Тойма» активировано. Поиск цели. Дай скорость, дай скорость. Едь к колчеданам. Нету тут. Сбивайте новые. Новые не сбивайте. Сокол ворот, куча колчеданов. Бери, 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 бери. Давай еще бери, вот впереди. Подбираем. Подбираем еще. Забивайте новый колчедан. Коню скорей. Быстрее бери вот этот колчедан. Три колчедана, у нас нет энергии. Быстрее. Лук успел. Пиши не ускорей. А зачем ты ускоряешь? Не могу сейчас сменить позицию, тут такой. Бери, бери еще. Скорее. Вообще не вижу колчеданов на земле. Там впереди есть колчедан. Дотянешься? Нет. Вот колчедан, возьми, возьми его, возьми, возьми колчедан. У нас еще 150 тысяч. Еще один колчедан. Но если ты не настакаешь стаком больше, то не убьете. А мотоциклы контроля трэш? Угу. Там этот, вы же знаете, что можно, короче, поджигать масло, и они в этом масле потом умирают, если вокруг кучи ездить. Там, короче, смысл такой. А, не работает масло здесь? Ну, вроде замедлять должно вроде. Ну, я не знаю, как оно работает здесь. Вообще оно работает так, короче. Ты кидаешь масло. Его эти вот разрушители поджигают, понял? Оно горит, и ты, короче, получается, агришь на себя мобов, и вокруг кучи масла просто вокруг гасаешь на ускорялке. А мобы, получается, замедляются в масле и горят в нем, понял? Ну... Если его разрушители поджигают это масло, то они должны умирать в огне просто тогда.
Так, а где Варан? Справа вот этот, ты? Да. Сбивайте заранее колчеданы. Оборона Ульдора прорвана! Еще чуть-чуть, и мы высадимся у... Стой! Тапис, поехали в правый угол. Вам что-то приближается! Быстрее! Начинаем маневрирование! Маневрирование! Система орбитального подавления включена. Подъедь. Сейчас. Лучше там будешь. Сверху, прям над нами, сбей. Коряй меня. Товара. Вот, молодец. Бери сразу два там. Три к воротам. Сбивайте новые колчеданы, вон много летает. Да этот пока не бери, остановлюсь тут. Он ДПшится. Ускорь. Впереди есть. Ваш. На нас игрок, походу. Так я ж полет, в общем. Лестница.
Разбафайте пока бьем. Вот и кресты-то.